Привет, Ютуб. Пора что-то пожевать. Какой-то ништяк вот такой для тебя. У меня вот такой ништяк какой-то есть. Какой-то лимонад. То ли в жвачках, то ли в конфетах, то ли в таблетках. Страну производителя я не помню. Но это какой-то импортный ништяк. Корейский или японский. Или китайский. По-моему, из Китая. Шаришь, если вот чьи-то иероглифы? Мне кажется, японские. Они более круглые такие. Давай, тем не менее, вскрывать и пробовать. Ну, фишка в том, что это настоящее. То есть это не Россией произведено. Это именно импортная тема. Абсолютно. Категорически обязательно. Так, ну, неправильно открыл. Тут же вот такая штучка есть для балбесов типа Макса. Вот так открывается, которая. И тут какие-то вот такие вот штуки еще есть. Давай две сразу достанем. По-моему, это какие-то эти сосалки, мне кажется. А нет, это типа жвачка или конфет. А это жвачки, скорее всего, ё-моё. Сейчас две откроем. Мы в 90-е всегда по две зажевывали сразу. Особенно пластинки, если тебе надо стопудово прям по две затачивать. Вот такие кубики. Понюхаем по нашей традиции. Так не пахнет. Давай пробовать. Всем, кто кушает, полезного аппетита, употребляет что-либо, жует, собирается, замышляет употребить. Всем полезного. Боже мой. Это прям Кока-Кола. Жую лимонад прям. И вроде как это не жвачка, это конфета. Да, она съедается, это конфетка. Безумно насыщенный вкус пепси-колы и кока-колы. А в чем разница? Никогда не понимал разницу между пепси-колой. И она вся прилипла мне. Прям божественный вкус в пепси или концентрированная пепси или кола прям. Это конфета, и она уже сосала, съелась. Очень годно. Тема, если найдешь такую тему. Наверное, я неправильно держу, наверное, вот так все-таки. Хз, как эти иероглифы вообще кверх ногами, не кверх ногами. Но тема четкая. Четко. Имей в виду, если ты любитель кола, пепси, прям во, найс. Божественно. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя, если близкий, здоровья, всем пока.